Всем привет! Снова я пропала на какое-то время, ничего не снимала, но вот сегодня решила вам показать. Мы пошли на пляж, сейчас буду вам снимать немножко дорогу. Брец на чай. Раньше мы его собирали, сушили и пили чай вот такой вот. Оп, красота какая! Насушим. Это у меня букетик. А там... Да, это точно чебрец. А там Днепр. Мы нашли новый кустик чебреца. На нем пчелки. А, страшно. Забыла, как это снимать такие видео, когда ты снимаешь просто какие-то походы куда-то. Раньше, кто помнит, наш канал Travel Life начинался с того, что мы снимали свои поездки, какие-то моря. Что у нас было день первое видео? Какое? Египет, да, по-моему? Будский каньон. Не, мы его даже еще не снимали, тогда мы не снимали. Мы раньше очень много тоже где ездили, но не снимали. И как-то вообще случайно мы... Не мы... Мой муж случайно начал вести этот канал, просто сбрасывать фотографии, видео там, где мы где-то ездим. И с этого мы как-то решили, а давай попробуем снимать наши поездки, рассказывать, что-то показывать. Первые видео это у нас были обзоры отелей. Египет мы снимали, потом очень много у нас было Азовское море. Мы сегодня ходили, как раз вспоминали, как ездили на машине по Азовскому морю. Тоже снимали вам видео. Самое, наверное, классное наше видео, которое мне нравится, я даже сама готова его пересматривать, это был Бердянск. Оно как-то так случайно вообще. Мы его сняли просто, вот как мы ходили, там нашли какой-то брод, попали на дикий пляж. Так что, кому интересно, найдите, посмотрите это видео, оно достаточно интересное. Ну и потом еще, конечно, еще мои любимые видео, это Карпаты. Тоже очень классно, но потом все, мы перестали такое снимать. Надеюсь, что скоро мы снова сможем вместе снимать какие-то видео, да? Я буду ведущей, как всегда. Так, ладно, мы вообще идем на пляж, а я вам тут уже начала историю рассказывать. Долгую, длинную. Мы уже дошли немножко до воды. Здесь мы, правда, купаться не будем. Вот, посмотрите, там на острове птички. Класс. Красиво же. Но здесь не очень. Идем дальше. Вот этот остров красивый, с птичками, там птички на камнях сидят. Классно. Такая природка. Идем дальше. Ходим тут по джунглям. А еще страшная история, на нас напала змея. Ну это я, конечно, преувеличила, она не напала, она просто рядом с нами проползала с желтыми ушами. Это, по-моему, гадюка, если я не ошибаюсь. Ну я могу ошибаться, так что напишите. Она такая была здоровая, и у нее прям такие желтые по бокам были возле головы полоски. Но это вроде бы гадюка. И она прям ползла на нас, но мы спаслись. Она не съела нас. Но думала. Идем дальше. Пляж номер два. Здесь уже немножко лучше заход в воду, чище. Но мы пойдем уже дальше искать. Ой, красиво, да, все-таки у нас? Посмотрите, это речка Днепр. Она еще не цветет, еще даже можно в ней поплавать немножко. Потому что уже, наверное, к концу июля она прям зеленая-зеленая, что в воду невозможно зайти. А сейчас еще очень даже ничего. Ладно, идем дальше. Класс, посмотрите. Птица.
Мне аж страшно к ним подходить. Красота! Мы, как всегда, вечно как зайдем куда-то в дикую природу, там, где никто не ходит, никогда нормальные люди туда не дойдут, мы вечно туда зайдем. Да? Не бывает у нас по-другому. Идем, нет дорожки, мы протопчем свою дорожку. Ну что, красиво ж. Вот птицы увидели, классно. У нас было когда-то в Карпатах. Мы вообще зашли в лес в какой-то. Мы не могли с него выйти. Очень долгое время по нему блуждали, потому что не могли найти выход. Но все равно классно, нам очень много чего есть, что вспомнить. Больше всего нам нравится по природе ходить, вот именно какие-то такие, ну не город, а просто природа, лес, пляж, такое нам больше нравится. А лучше всего это какие-то безлюдные места, там, где никто не ходит. Вот это. Дальше идем, ищем какой-то себе такой пляж. Вот дерево сломано. Вот так, камыши. Классно же! Да, классно? Мне муж сказал, чтобы я его не снимала, а я его тихонечко снимаю. Эх, красота! Прогулка наша подошла к концу. Погуляли мы немножко на пляже. И все, сегодня я уже собираю вещи и уезжаю в Польшу снова. Что так, все, всем пока-пока. Буду уже там вам снимать какие-то новые видео.